предвкушении лета юные студенты последний раз в этом учебном году прослушали лекцию о геометрии Лобачевского и переработке мусора поведал детишкам директор инженерингового центра Геннадий Маврин. Юные студенты узнали о важности экологии в жизни каждого человека. Также лектор призвал студентов заботиться о чистоте нашей планеты. Но 25 мая маленькие ученые провели время не только за партой, но и приняли участие в научном сабантуе. Здесь они смогли пройти испытания не только на силу, ловкость и выносливость, но и на сообразительность знания тем прошедших занятий. После научного сабантуя самые смелые и выносливые команды были награждены сладкими призами. Также юные студенты поделились впечатлениями о занятиях в детском университете. Там очень интересно, что там про дыры разные, что там может быть еще в галактике. Ну, спасибо, что вот так все круто сделали. Мне очень понравилось. Мне очень понравился ваш университет. Тут вообще очень весело, интересно. Мне понравилась лекция про планеты. Очень интересно. Вообще очень понравился лекции на детском университете, потому что познавательно, увлекательно. Нам очень понравилось. Все интересно, весело, познавательно, незатейливо. И ребенок тоже в восторге. Ребенку больше всего запомнилась лекция про космос. И когда были экскурсии в различные лаборатории, там какие-то технические, видимо, я не знаю, не в курсе, не была, но ребенок в восторге обо всем этом рассказывал. Елизавета Евтифеева, Катерина Боденкова, Ренат Галиудинов, Универньюз.